Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Экономисты оценили эффекты новых антироссийских санкций. Как сообщает РБК со ссылкой на доклад экспертов, в отличие от 2014 года, данные ограничения против Российской Федерации не принесут ожидаемый результат их инициаторам, полагают специалисты. В докладе сообщается, что за последние годы российская экономика выстроила крепкую систему защиты от внешних потрясений. Опорами данной системы стали плавающий рубль, малая зависимость компаний от западных кредиторов, низкий уровень госдолга, профицит бюджета и большой объем международных резервов Банка России. На этом у меня пока все, а больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!